Всем привет! Вот и закончился нам наш отпуск, и мы отправляемся домой из Адлера в Нижний Новгород на 088 поезде. Меня очень удивило новые правила в 087 поезде. В них всего один проводник на два вагона. В 087 мы ехали, в нашем вагоне был проводник периодически, хотя он ни разу не убрался. Но сейчас в нашем вагоне вообще не будет проводника. И вот здесь вот есть кнопочка. Если ее нажать, то проводник должны прийти. Еду выдали в полном составе, вот сухой паек. А завтра еще принесут ужин. Но это я уже снимала. Они тут одинаковые. Водичка, печенье Орео. И колбаса, булочка еще. Вот. В этот раз не положили нам газету. Хотели поесть на ней после прочитки, изучения. А сейчас вот только вот такой вот журнал. Лучше поездом он называется. Всем спасибо. Пока.